Мы едем по асфальту, но я все равно напряжен, потому что мы можем подпрыгнуть в любой момент. В любой момент можно что-то с нами произойти. Напряжен. Ты тоже напряжен? Постоянно. Витя. Ладно, Витя полный подключает полный и летим. Блин, что так? Цепляй. Не-не-не-не-не, то ты далеко зацепил. Ты далеко. Чуть-чуть цепани все, край. Все едем, все нормально. Ну, что, цепани, ты же в оффроуде четвертый раз еще, ты не все знаешь. Не, я просто с рубегом объеду. Подопри того. Смотри. Смотри. Назад летим, тормози. Тормози, летим назад. Да держи. Так, нормально. Держи его. Где? Стоп. Край цепляй, Витя, край цепляй. Не, нихера. Край цепляй, нормально. Нормальные двери открылись. Скажи, что я его не поцарапал. ДТП у нас говорит. Вызывай 4 патруля мусоров. Блин, Рубикон, мы заехали, да? Понял, вот что значит лед и траектория, а он нет. Что там, поломали? Ёханый бабай, тут тупо каток, я не могу стоять вообще. Тупо каток. Что там, Саня? Подожди. Давайте держать ее. А что, не едет, да? Ну очень скользко, Саня, подожди. Не очкуй. Дельфин, покажи, как скользко. Я спустился. Я не успел. Только по краю. Так а что, все нормально, что ты кипишуешь? Мог и разбить машину. Какую машину? Это невозможно. Попробуй в натяжку. Да. Он сейчас пойдет, я понижу на блокировку. Стой. Подожди, не, Сань. Я стою. Влево возьми, зацепиться за снег. Влево, давай, пацаны, идите сюда. Стой, сейчас влево зацепишься и поедешь. Давай. Подожди, Крис, иди сюда. Да. Держи. Стой, держим. Влево давай. Сейчас зацепишься. Стоп, держим. Мне наоборот надо назад скатиться, чтобы я потихонечку стал на середину. Чтоб ты стал на середину, да, подожди, давай. Потихоньку мы держим, а ты вниз, потихоньку он вниз. Держим, он вниз съезжает, держим. Ёханый бабай. Переднее колесо, смотри, куда цепляет. Сейчас, давай заднее сначала пусть. Переднее, выворачивай в другую сторону. Еще, выворачивай влево, еще. Потихоньку едь назад. Не, еще назад, влево, руль и назад. Все, сейчас ты станешь на траекторию. Все. Теперь потихоньку, Саня, потихоньку, плавно. Вот такие сюрпризы на ровном месте. Жуз, а ты не слышал в рацию? Да что в рацию, мы уже подъехали. Так, назад, а вы стали. Нормально. Не, у нас просто пилот жесткий, понял? Да, у вас жесткий. Пилот, он вас спас, он спас вас. Быстрее ехали. Он спас вас просто. Нет, то мы сами уже развернулись. Но мы вас ударили. Нет, то потом мы сами уже развернулись. Мы вас ударили. Ударили, не ударили, мы вас остановили, спасли. Да, спасли. Ладно, хватит высасывать сюжет. Все, приезжайте. Назад и вперед еще раз. Тихо. Убирайте там машины, Мерседес, все, тебе надо снизу поубирать. Вы что же, как вы запорожцы? Давайте машины. А ты видел это? Нет, у меня Крис рассказывал. Машины в сторону, УАЗик будет спускаться. Что случилось? Все нормально. Ничего. Очканули. Смотри, он бледный, видишь, какой цвет лица? Никто никого. Ударил мне в лицо. Палкой. Понятно. Палкой. Пошли, давайте УАЗ поставим ровно. А где Витя? Вперед давай! Он сейчас поедет вниз, нахуй на вниз. Где он развернет, мы сейчас Мерседес. Назад? А я тебя развернул. А я не знаю, как задняя тут включается.
Антон, прием. Вот сейчас они проедут. Вози канаду. Антон, уберите Мерседеса вправо. Кто будет спускаться? Бесполезно. А красная Нива есть там у них красная? Да. Колобок, прием. Скажи, чтобы сказал. Убирай камеру. Да, там так как раз стоит на прием. Скиньте его и все. Ну ладно. Так, пол вперед. Дрифтом. Дрифтом давай. Саня, дрифтом. Вперед. О, о. Это страшно, что они делают. Ты видел, как он скачет, блядь? А чё назад? А чё назад? Полицейский разворот. Чё они хотят, задом или что? Погоди! Давай так назад! Да-да-да! Так, вот так едем. Так, надо куда-то. Да, а где ты делся? Где ты делся? Стой! Ой, что происходит? Подожди! Это на меня! Подожди! Это мой УАЗ! Подожди! Витя, ну расскажи мне, что произошло! Пошли, покажу! Да я видел! Да, и крыло загнули! Блин, там же Тойота стоит. Я тебе говорил, убирай. Право бери! Так, как-то я куда-то по льду. Тормозов нет. Куда-то я по льду уехал вниз. Вот он хозяин у вас. Блин, четкая машина, я вам скажу, едет вообще. Чуть. Витя, чуть холостой добавить, машина бомба вообще. А, он наверху. Так, Леня. Пытается подняться. Только по снегу. Так мы заехали по снегу, Рубикон не заехал. Дай проехать. Да не, я первый ее увидел. Дай проехать. Ну ладно, давай.
Ну последний раз, если не заедешь, больше не поедешь. Не, хорошо, не меняю поедешь. На камеру. Да не, мы заехали, бро, Рубикон не заехал и это. Ну это четко машина едет вообще без вопросов. Чуть переключает там. Не-не, он сейчас за правый край зацепился. Да не повезло, пилот опытный, машина хорошая, повезло, блин. Повезти может только на Тойоте или на этом, на Рубиконе. А на этой машине везет всегда, да? Смотрите, это каток. Каток нереальный просто. Тупо. Просто каток. Вот просто каток. Вот УАЗ. С дизельным мотором. С серьезными шинами. А там, видите, переход на правую и пошел. Так, Геленваген. Машина серьезная, но тяжелая. Уверенно. Благодаря мотору. Теперь Нива. Хорошую Ниву купили. Виллис. Да куда? Пешком не гоня. Да не, ему ли. Наоборот, развесовку мы сейчас сделаем. Только смотри, Рома, слева вот так по снегу, левой с колесом. Да, да. А потом там переход на правую будет, на подъеме уже. Так, мы на Виллисе. По левой. Да, да, вот левой по снегу, левой колесом по снегу. Сильно не гони. Чтоб не снесло. Еще левее, 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 левее. Вот так, да-да-да-да-да-да-да, хорошо, хорошо, отлично идешь, отлично. И вот тут будет переход, дальше газу-газу-газу-газу, больше газу. Вот тут переход вправо, теперь вправо-вправо-вправо переход. Отлично, все. Влево-влево-влево-влево-влево-влево-влево цепляй. Цепляй-цепляй-цепляй. Хорошо. Все красиво. Все красиво. Резина деревянная. Да не, нормально все едет. Вот тут слева паркуйся, слева. Еще, еще. Давай, давай, влево, влево, влево. Красавчик еще. Меня привезли. Так, это Макс заехал. Семидесяточка зашла. На снег слева зацепись. Ну, Жека чувствует уверенность. Мощь в машине. Что там с патрулем? Что? Что с патрулем? Не-не, отходи, отходи. О, этот по-любому не заедет. Показывают же, цепляй обочину. Газует неправильно, да. Натяжку надо. Патриот. Красиво, четко.
Это Джерик тоже уверенно очень. В патруле реальные проблемы с пилотом, это не в машине проблема. Пилота надо на курсы. Что, солярка? Да. Где моя? Хороший. Так, ну, сложное место прошли. Неожиданное просто препятствие. Стой, стой! 150 тысяч подписчиков. Давай! Подожди, я ж... давай! Если б за ручку я... Да подожди, синяки же уже опять. Слышишь, Руслан? Где такой Паджеро четкий? Хороший, да. Первый. Первый, и глянь, видимо, как в родных наклейках. Понял прикол? Ну, не совсем, наверное, в двоюродных скорее. А может и в родных. Красивый, да. Рессоры сзади, правильная машина. Валим боком. Так, я, наверное, поведу колонну, потому что никого не справляется. Давай, да. Не, пусть едет вперед, но уже дорогу мы не знаем. Четко тут может петлять. Гололед. А ну попробуй, по льду пойдет? А? Пойдет. Пойдет по льду? Не, буксует. Тут дом нашел. Нормально. Блин, УАЗик мне понравился, как едет, хорошо. Да, сказка. Холостые добавили, нет? Нет, надо сейчас Макса будет поймать. И отвертку.